Ну что ж, ребят, ладно. Собственно, всем привет. Добро пожаловать. Мы начинаем наш стрим и продолжаем проходить Idolmaster Stella Stage. Впереди у нас осталось еще два идола прокачать до S-ранга, довести их до Stella Stage, сделать их легендарными идолами. После чего мы наконец-то начнем вторую часть игры, так называемую, турниров, где мы будем показывать все, на что способны наши девушки, когда стали полноценными идолами. Так что финишная прямая у нас впереди. И, собственно, погнали. Начнем в конце с Ами сегодня. Потом Харука и так далее. Итак. Ну, я думаю, мы сделаем тоже трио у нее. Конечно, можно соло, но я думаю, стоит. Так, надо распределить очки прокачки. Право. Скаймал, да, прикинь, впервые в истории моего канала. Последнее не будет риски, да. Она вообще на середине была же. Так. Сделаем Рюку Команчи. Итак. Все норм. Да. И давайте первую песню возьмем. Очевидно. Начнем с них. Так, все норм. Ну что ж, можно начинать, погнали. Удача будет тебе. Осторожно. Погнали. Капитан Ами готова идти вперед. Или... Следуйте за капитаном Ами. Да, напоминаю вам, у Ами что-то там с играми было, помешательство какое-то. Так, вот когда первый перестанет быть Таканы. Ну да, в следующей части, если там будут новые другие идолы. Итак. Взять или же вот это возьмем. Ну что ж, ребят, капитан Ами за штурвалом. Вы готовы пуститься в плавание с этим кораблем под ее началом? Надеюсь, да. Давайте, вперед, поднимите ваших пиратов и вперед. Ай, блин, срань, этот костюм не подходит по типу. Мне нужен тип айдол. Эх, фигово. Зато вот этот подходит. Я сейчас дам на дно. Сейчас сам пойдешь туда на корм рыбам.
Да, я вижу. Готовы. Хорошо. Ну что ж. Блин, а это тоже не... Твою же. Отвлекаюсь на чат и смотрю на... Это Кира Кира Кёр. Нам нужен айдол. Вот. Эй, это хар вообще. Ну почему то, что мне нужно, нельзя? Вот этот стой полный. Ну, возьмем вот этот. Все, вот этот подходит. Сорян. Все, вперед. Ниша! Юшамино! Хацранка прайба дайо! Хажимите утатта Йочинно уюгика я умойда. Братик, сегодня первый ранкап лайв смелый Ами. Блин, как же эта хрень переводится? Ну, она что-то вспоминает еще, когда в детском саду что-то там пела где-то. Непонятно. Так. О, ты такое время вспомнила? Прямо сейчас. Я выступала тогда вместе с мамой. Там была тоже какая-то сцена няшная, что ли, короче, ходящая по выступлению в детском саду. Вот как. Ну, хорошо. Тогда сегодня твой не первый совсем раз. На важном выступлении. Ну да. Ничего себе, у него секреты всякие. Ну, в любом случае, тогда вперед, не отступай. И я прошу тебя постараться выступить как следует, без каких-либо проблем. Типа, не доставлять проблем, а то, сами знаете, Ами может что-нибудь сейчас замутить. Классно. Ну что ж, на бис. И потом посмотрим, что за ивентик нас тут, ждет.
Короче, братик, Ами сделал это. А Ами, конечно же, устала, но она сделала это. Да, ты действительно это сделала, несмотря ни на что. Но оказалось, это было сложно или что-то подобное. О, меня на Абис зовут, на Абис. Все там кричат, на Абис. Ну, я думаю, тогда мне нужно что-то сделать, чтобы удовлетворить их ожидания. Ну что ж, братик, я тогда пошла. Прошу простить меня. Не успел. Ну ладно. Ну что ж, прекрасно, готово. Ну что ж, погнали на ивент. Ну, как все помнят, у нее там что-то с играми связано, судя по знакомству, она там упоротая по этому делу. Давайте посмотрим, что нас тут ждет. Так. Я только начал, собственно, продюсировать Ами, однако все активности, связанные с нею, идут очень хорошо в гору. Да, помедленнее. Мы закончили какую-то работу и, собственно, возвращались обратно сами. Однако где Ами? Куда она пропала? Так. О, тут какая-то записка. Тут что-то написано. Юша Ами ва има кара аку но сиро о яцуке ни итте куру ё. Ятто синжин левелу ни натта бакари да кедо. Слушайте, а вы это не читали? Читаю, у меня дежавю.
Очень знакомый ивент. Так, моему братику от смелой Ами, которая пошла на битву со злодеями в каком-то регионе, куда-то, короче. И наконец-то она сможет поднять свой уровень выше и теперь будет начинающий. Если я не смогу... Нет. Если я смогу одолеть демона самого высокого уровня, то я смогу сильно преуспеть впереди. Это поможет моему... моей судьбе... да, так правильнее. Это поможет в моей судьбе достичь... Точнее, это поможет мне достичь своей судьбы. Поэтому не следуй за мной. Я пошла мочить демона в 961 Pro. Не может быть. Она что, внезапно... Господи, она что, идол-игру тут для себя сделала, что ли? Ух, будут серьезные проблемы, если президент Курой ее увидит. Срань, я должен поспешить за ней. За Ами. Слушайте, по-моему, у мамы тоже было что-то подобное с письмами. Правда, там другие слова все-таки были, потому что, ну окей. Но реально дежавю какой-то. Итак, сперва сундук с сокровищами, сундук с сокровищами. А затем бандиты, воры какие-то, смелая Ами. Маме все-таки, смелая маме все-таки герой. Покажет всем, на что она способна. Я должна поспешить и найти короля демонов и сразиться с ним. Он, скорее всего, находится на самой вершине этого замка. Эй! Ами! Братик! Ами как бы не тут, ее не тут, она как бы пошла за гоблинами в пещеру. Так. Слушай, я понятия не имею, чего ты пытаешься добиться, но какого черта ты сюда пришла? Так, надо было ее сюжетку первой пройти, тогда у остальных вообще не было никакого шанса, ага. Так. Ну, я просто пытаюсь сразиться со своим соперником из 961 Pro. Королем демонов. Само собой, ее уровня мне еще не хватает для этой битвы. Однако, если я использую предметы, которые я купила в магазине, я как-нибудь смогу с этим справиться. Разве вы не видите эту горящую душу внутри меня? Душу, дух, как-то так. Думаю, в этом нет смысла. Если ты хочешь бросить вызов кому-то, короче, тому, кто находится тут,
то ты должна это делать постепенно. Постепенно, типа, качаться и потом набрать нужный уровень, чтобы сразиться. И тем не менее, я пришел тебе за тобой, чтобы взять тебя домой. Ты сейчас ни за что не сможешь что-то противостоять этому твоему финальному боссу. Так что погнали домой. Смотри, Митя! Тарика Куру! Самое монстр, Кана! Подожди, братик! Кто-то идет! Вон там вдалеке. Это... бродячий монстр! Сейчас будет шика, скорее всего. Неудивительно, я так и думал, что нас охрана заметит. Слушай, если нас поймают, то будет все очень плохо. Какой страшный монстр. А это... Это девушка... Принцесса! Принцесса? Это девушка? Да, это схваченная принцесса, что держат в заключении здесь братик. Этот замок не только дом короля демона, но также он тут держит в заключении принцессу, как и ожидалось, от истинного зла. Или от истинного зла этого замка. Однако вот мне интересно, я смогу ли как-нибудь справиться с ним, избавиться от него? Я для того, чтобы одолеть этого демона... Придется мне нелегко, поэтому, наверное, мне стоит сейчас немного отступить, что ли. Приготовиться, наверное, имеется в виду, чтобы вернуться потом. А, вообще-то, на самом деле, вот эта девушка и есть король демонов для тебя. Что? Она? Король демонов? Да, это Шика из 961 Pro. Она супер топ идол. Что? Ну, нет, она принцесса, вы что, не видели? Она прямо светит, ну, своей ауры принцессы, пури-пури. Скирму, хора. Да. Что-то насчет скиллов. Не особо понятно. Так, скиллы для того, чтобы с этой... Эй! Не успеваю. Ладно, насрать. Пико-пико хама? Да, предлагаю использовать навык пико-пико хама. Молот против нее, что ли? Соля ади даю, ничан! Кавайи но кацуйтете, мамоно о татаку таби ни узу... Да, да, братик, ты прав. Кагете! С таким предметом, что имеет такое милое название, я уверен, что мы сможем одолеть демона. Как и ожидалось, вы все хорошо понимаете. Ладно, тогда сейчас подождите, Ами. Да блин. Короче, продюсеры предлагают, чтобы мы
пытались воспользоваться каким-то этим более коротким путем для того, чтобы достичь демона. Короче, уровень Ашики имеется в виду. Очень много фанатов, если очень много фанатов твоей Хами очень внимательно следит за твоим приключением. Поэтому я думаю, тебе стоит приготовиться как следует для того, чтобы у тебя ты бросила честный и справедливый вызов этому королю демону. Фанаты наблюдают за моим приключением. Да, вы правы. Я должна сделать все как следует, потому что если я умру, то мне придется пройти весь путь сначала. Я поняла, братик. Хорошо, тогда Ами будет постепенно повышать свой ранг и потом сразиться надлежащим образом или в справедливой схватке с королем демонов. Так. Ну, рад слышать, что ты все поняла. Так, ну, похоже, я более-менее смог нормально наставить ее на правильный путь. Но все-таки мне интересно увидеть, какой потенциал будущей активности раскроет в Ами. Я одолею короля демонов и помогу этой принцессе. О, большое тебе спасибо, герой Ами. Она скажет. Да. Шика, это твой король демонов. Но, похоже, ты не можешь, не хочешь этого еще признавать. Ничего признает. Ну что ж, вот такая вот сюжетка Ами. И знаете, блин, эта ролевая игра ихняя довольно интересная и смотрится выделяющей на фоне всех остальных. Действительно. Блин, походу нас ждет реально клевая сюжетка у Ами. Прямо наркомания по полной. Ладно, продолжение следует.